Приморье постепенно стабилизируется, эпидситуация по коронавирусной инфекции. За прошлую неделю суточное число заболевших COVID-19 не превышало 50 человек. Однако в преддверии майских каникул и летнего отдыха врачи рекомендуют жителям края пройти вакцинацию против COVID-19. Особенно актуальна иммунизация и в связи с возобновлением широкого туристического обмена между Приморьем и Китаем. Напомним, во всех поликлиниках Приморья работают прививочные кабинеты, куда можно обратиться без предварительной записи или записаться на удобное время. В регионе в полном объеме есть вакцина и подготовленный персонал. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется, мы уже 3 года живем с ковидом, мы вроде как все привыкли и приспособились к жизни с ним. Тем не менее, мы расширяем свою активность, открываем границы. Вот сейчас очередной виток переговоров по поводу безвизового режима с Китайской Народной Республикой. И поэтому мы все меры предосторожности рекомендуем населению сохранять. Особенно, в первую очередь, это касается вакцинации. Причем вот если вы хотите с семьей, например, на майские праздники выехать в Китай, то необходимо прививаться сейчас, поскольку иммунитет формируется через 3 недели минимум после прививки. И если даже вы никуда не собираетесь, вы знаете, что вот этот безвизовый режим, он двухсторонний, это означает, что мы ждем большое количество гостей со стороны Китайской Народной Республики, и, соответственно, эпидемиологическая ситуация может ухудшаться и вообще меняться в ту или иную сторону. Чем больше вы своему организму дадите шансов быть защищенным, тем лучше.